Вот мы снова с вами, дорогие подписчики. Я сейчас, мой видеовлог номер 649. Сейчас мы пойдем самым большим путем. Хотя нет, у нас дождь начался, ливень начался. Сейчас мы подойдем до падика и завершимся. Дворник пошел, подписчики. Так, ладно. Короче, на моем канале уже 270 подписчиков наделалось. Подписчики мои дорогие, да. У меня нога все время. Я вас боюсь. Если и полчик из него, давайте. Тихо. Я потратила последние, можно сказать, 200 рублей, которые мне давала моя мама. Это кислым молоком пахнет. Так, я надеюсь, я опять полностью снимала, а то это будет самый маленький мой блог. Ого, 2 минуты, да, именно. Называем, может даже так называть. Короткометражка. А, да, точно же. Да, точно. Короткометражка номер 649. Короткометражка. Напомню, с 22 по 29 я уезжаю, подписчики. Так что вы не обессудьте, мои дорогие. Походу он изо всех сил опять пошел. А у нас опять весь падик заклеили, ладно. Спасибо, подписчики. У нас опять весь падик заклеили. Весь падик заклеили. Так, все. Всем пока. С вами Нина Ирина. Все. Завершаемся. Завершаемся. На ком завершается? Может, на этом тянете?